любая порядочная девушка там начиталась там Маркеса, Ван Гогта, ну и давай это все вплетать. Вплела. Называется «Мимо Лондона». Волна или гравий ударят в днище, скажи, дорога, но не стезя. Какого черта по свету рыщем, чего мы ищем, сказать нельзя. Как славно сладили принцы нищие, как славно джигой бесился шут. Таких итогов на свете тысяча, нас там не встретят, хотя и ждут. Там воздух готикою распорон, там всюду хук храмы, а не дома. Мы обойдем стороною город, а вслед за нами придет чума. Чем больше люду, тем ей сытнее, в любом застолье успеет сесть. А мы живыми уйти успеем, пока без носа будет есть. А жаль, ведь город-то был из первых, но мы другую найдем страну, где ходят люди в цветах и перьях, где мало мяса, а потому там поголовное людоедство, там что ни житель, то каннибал. А нас в заморских котлах погреться никто покуда не приглашал. Уже дорога подобна бреду, уж ты как хочешь, а я иду в ближайший вторник, а может в среду, искать Маконда и Катманду. Да вот в Тибете землетрясение, Маконда стерта с лица земли. Мы дотянули до воскресенья. Какая скука. Ну что? Пошли.